Преступная арифметика. 40 тысяч рублей взятки за правонарушение, стоящее в 30 раз дешевле. Бывший сотрудник патрульно-постовой службы пошел под суд за получение взятки. По материалам дела Никита Пузанов задержал на улице пьяного мужчину. Штраф за появление в общественном месте в нетрезвом виде составляет 1500 рублей. Но предприимчивый полицейский решил заработать немножко побольше. За 40 тысяч рублей он пообещал не составлять никаких протоколов, за что в итоге сам и пошел под суд. Дайте виновным. Нет, что? А почему? А как вот так получилось, что 40 тысяч-то вам дали? Мне ничего лично не давали. Находясь в помещении пункта полиции, сотрудник полиции получил от задержанного, значит, взятку в виде денег в сумме 40 тысяч рублей за несоставление в отношении него протокола о административном правонарушении, соответственно, и за непривлечение его к административной ответственности. Я считаю, что тут никто не виноват. Я просто тороплюсь, извините. Так, а вот скажите, как вы передали 40 тысяч? Девушка, простите, я тороплюсь еще. Кстати, самому Никите Пузанову теперь грозит либо до 1 000 000 рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Кстати, из органов он был уволен и сейчас, как сам сообщил, работает поваром в одном из нижегородских супермаркетов.